Подъехал я к озеру. Понтов нет. Народ так и стоит. Причем именно станы тех же людей, что были и в прошлый раз. Табличек, вот, ну серьезно, я вот все проехал. Причем без обломов. Тупо проехал по озеру. Табличек нигде нет, но сооружения у них капитальные. Дичи здесь нет. Я сегодня настроен на водоплавающую. Заправился бензаком, поэтому будем искать на этих пустошах водоем. В этом охотхозяйстве, конечно, с водоемами есть небольшие сложности. Но я думаю, главное, чтобы бензака хватило мне. Так, ну собака вроде как бытовую сделала. Едем дальше. Очередной водоем, на котором пусто. Это нормально. Так, ладно, не расстраиваемся, едем дальше. Подъехали к очередному водоему. Хотя это, наверное, больше похоже на болото. Собаку не хочу я туда посылать. Так, ну он умный, он сам не полезет без команды. В бинокль просмотрел. Ничего нет. Ну, по идее, надо собаку запускать. Бинокль — это херня. Ну куда? Куда полез? Нет. Нет, погорячился. Неумная собака у меня. Ну ничего, лапы замочил. Это нормально. Сейчас пройдем. Ветер прям очень сильный. Вот так вот такой вот боковой идет. Не, ну собаку я не буду туда посылать. Ну и нафиг. Что-то прям нет. Такое чувство, что прям отходы, что ли, какие сюда сливают. В общем, противно. Так, ладно, сейчас вон туда дальше пройдем. Хотя вот цапля, он там вот сидит. Ну, нам интересно, конечно, другая птица, поэтому ладно, топаем. Вон они, утки. Ага, собака туда чухнула. Вон оттуда они встали. Фух. Ну, короче, да, тупанул я. Как обычно, это нормально. Блин, хорошие уточки были. Ладно. Блин. Сейчас мусор соберем и дальше. А-а-а-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, надо было тебя уж посылать. Да-да-да. Блин, ну сам тупанул, что тут. Это нормально. Блин. Ладно, ладно, у нас еще по плану есть озера, поэтому будем думать. Блин. Собака, ну-ка стоять, что это там у тебя такое? Это ты в ряске в этой, да, в трясине. Все, иди гуляй. Гуляй. Точнее, нет, не гуляй, а ищи. Ну, сейчас вот без толку туда уж. Хорошо, ищи.
и жопа. Так, там еще. Так, нет, это вороны какие-то тут разделанные. Хорошо, хорошо, ищи. Там ищи. Там. Хорошо. Там. Хорошо. О, что-то плещется. Рыбка какая-то. Да, там ищи. Хорошо. Молодец. Хорошо. Молодец. Ищи. Да. Хорошо. Ищи. Хорошо, молодец. Умница. Хорошо, молодец, умница. Ай, молодец, хорошо. Ищи. Молодец, мой мальчик, хорошо. Ой, да, страшно тебе там, да? Молодец, умница. Ладно, хватит над собакой издеваться. Едем дальше, блин. Будь здоров. Так это сейчас эту грязнулю надо в машину как-то упаковать. Ага, все, охолонулся. Ух ты, собака. Так, ладно, все, поехали. Так, ну я хотя бы сделал выстрел по дичи, и то хорошо. Ну это я все себя успокаиваю. Фу-ху-ху-ху. Да, блин. Ну ничего, у нас еще где-то, наверное, два озера таких перспективных. Ну, одно точно. Поэтому будем надеяться. Ой, ты мокрый. Ага. Да. Хорошо, что там такое? Охлынулся уж. И выстрелом тоже первый раз услышал в этом году. Так, ну я, в общем, потерялся. Где нахожусь, без понятия. Блин, надо было навигатор с собой взять. Надо отсюда, короче, сваливать. Потому что даже сейчас тип один тормознул, говорит, что сломался, нет. Типа помочь. Говорит, где-то фазан здесь бегает. Разводили, что ли, они его, я так и не понял. Убег у них. Они типа в надежде его поймать. Ой, ладно. Ну, кстати, нет, сейчас пока ехали, одного перепела поднял и куропаток. Ну, на куропатке что-то останавливаться и не стал, а на перепел остановился. Ну, он какой-то прям резкий парень. Как так на крыло встал. И прям в сторону солнца пошел, я его потерял. Да. Ладно, надо как-то возвращаться на какой-то проверенный маршрут. Я вообще без понятия, где я нахожусь. И главное, сориентироваться не могу. Да. Чутка сбился с этого, с маршрута со своего, но нашел я, выехал к этому озеру. Вот оно, небольшое тут. Понтов тоже нет. Да. В степи расстояние, конечно, это нечто. От одного оазиса к другому нужно проделать большой маршрут. Ладно. Куда ехать, вообще без понятия. Хочется все-таки еще увидеть водоплавающую. Или по балкам начать уже ходить. Решил я все-таки по балочкам пройтись. Хотя бы сейчас одну взять ради разнообразия какого-то. А то что я все на этот, на руле да на руле.
Надо и копытцами что-то пройти. А потом, может, и доедем еще разок куда-нибудь. Так, ладно. Переходим в режим тишины. Собака начинает там что-то или нюхать, или мышковать. Ладно, погнали. Так, сделали кружочек в холостую. Ничего не видели. Собака один раз в ложную стойку встал. И все. Больше понтов не было. Фу. Ладно, сейчас посидим, покурим, отдохнем и будем что-то думать дальше. Так, собака что-то у меня лежал-лежал, отбежал и встал в стойку. Сейчас проверим. Ветер вот так вот дует. Но он давно уже стоит. Ветер хорошо идет. Да вперед! Вперед! Лавку поджал. Но они чухнули уже далеко. Блин, я машину вот не закрыл. Да вперед! Да вперед! Куропатки, скорее всего. Стоять! Стоять! Бум-бум-бум-бум! Стоять! Стоять! Не захотел я стрелять что-то по этим куропаткам. Ну их нафиг. По пирожочек отличил. Стоять! Стоять! Молодец, молодец, мой мальчик. Хорошо, нашел куропаток. Но они, скорее всего, сами к нам уже прибежали. А почуял он их вон, где машина стоит. Вот оттуда он прибежал. Здесь стоял, долго стоял в стойке. Молодец, молодец уж, молодец, хорошо. Хотя, возможно, надо было и стрельнуть, пускай потрепет, чтобы рядом, рядом, чтобы ощутил вкус победы. Да, мой хороший. Молодец, молодец, умница моя, хорошо. Рядом. Ну, заодно хоть мне есть что показать. А то второй раз выезжаю в угодье, а и без выстрела, и охоты так таковой нету. Так что-то топаю, топаю, а понтов нет. Ну нет, Собакевич отличился, и то слава богу. Ладно, а у меня все еще идет перекур.
с таким легким завтраком. Да, будь здоров, молодец. Гуляй. Сейчас вот еще одну посадку прошли. Понтов 0. Это нормально. Но тем не менее, сегодня день такой был разнообразный, под дичи, во всяком случае. Видели перепела, куропаток, уток. Это самое главное. Я сегодня был нацелен именно на утей, по которым промазал.